Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июня, и вот высаживая свои огурцы, я не могу отдельно не снять видео, потому что очень часто приходят вопросы, особенно от начинающих, можно ли заглублять огурцы. Огурцы не только можно заглублять, но и нужно. Об этом он сам говорит. Я всегда вам говорила, что если вот такие вот дополнительные корешки на стебле растения образует, это оно само сигнализирует, оно просто кричит вам: заглуби меня. Поэтому я всегда заглубляю огурцы. Это приводит к увеличению корневой системы и, естественно, к укреплению самого растения. Ничего сложного в этом нет, просто поглубже делаю луночку. И вот так до самых 7 долей огурчик заглубляю. Все, ему сейчас переставлю. В результате этого получается само растение чуть пониже, не таким вытянутым. Оно уже такое устойчивое. И вот эти воздушные корни дадут вам много-много дополнительных сильных корней. Увеличится площадь питания огурца. И если грунт вы изначально сделаете такой хороший, плодородный, подходящий для огурца, то огурец очень быстро пойдет в рост. Все, ответ на вопрос. Можно ли заглублять огурцы? Да. И даже желательно.